Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как в устройство CAT S62 Pro вставить карту SIM и карту памяти. Для этого вам понадобится подобного рода устройство, инструмент, чтобы достать слот под SIM-карту и карту памяти. Берем наш телефон, здесь находится наш слот, убираем защиту, вот он здесь. Чтобы его достать, нам понадобится помощь нашего инструмента. Вот за него здесь есть маленькая дырочка. Вставляем в нее наш инструмент. Прижимаем, слот выскакивает. Затем мы его достаем. И сюда, по форме, вставляем SIM-карту. И сюда карту памяти. И затем в том же виде вставляем обратно в устройство. И закрываем нашу защиту. Как видите, SIM-карта требует пин-код, что является подтверждением тому, что она читается. И также появилось уведомление, найдена SD-карта. Что являлось подтверждением тому, что SD-карта была найдена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.